Как забавно. Патогенная рвота? Давно у вас? С детства. Скажите, Александр Иванович, а в полной ли мере вы осознаете всю тяжесть последствий от совершенных вами смелых действий? Я все полностью осознаю, Михаил Геннадьевич. Но не я первый это начал. Ну, вы же наверняка планируете это закончить. Как вы хотите мне помешать? Может быть, прикажете своим закатать меня в бетон? Прямо здесь? Вы не усвоили уроков. Как же так? Как же так, Александр Иванович? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я не думал, что вы настолько тугой. Решайте с этой сучкой.